разговоры. Раньше я думала, что любовь – это я, как будто был единый ствол сказочного дерева и вела разговоры с собой от имени любви и от имени себя. А теперь у нас единый корень и два ствола – я и она. Я теперь могу посмотреть на нее со стороны, не вовлекаясь в ее игры и искушения. Могу поговорить и задать ей свои вопросы. Кто сегодня твой герой? Кого завлекаешь ты в свои воды и зачем? Отчего у тебя вдруг наступила осень, и ты сбрасываешь свои листья, если только вчера у тебя была весна, и ты изливалась вся в белых весенних цветах? А где же лето? Разговоры.